Ну вот и вернулась наконец-то. Мамка шлёлась где-то. Не поймёшь где. Время, надо сказать, она выбрала не сама. Вот такие новости, друзья. Опять, блин, придется устраивать куда-то Сенков. Не успел я сделать стерилизацию. У нас зима на дворе. Минус 35 было. Не знаю как. Нынче вообще зима теплая. Снегу мало. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас может февраль завертеть. Под сороковники больше. Посмотрим. Климат сильно меняется. Теплее становится. Возможно, лето будет жарко, если снега немножко. Пока рано еще делать выводы. Там ближе к весне понятно будет. Но снегу мало, знаете, вот и сантиметров, наверное, 50, не больше. Поменьше даже в нескольких местах. Где-то побольше, где-то поменьше, но не больше полуметра. Вот так вот. До встречи, друзья.